Ё-моё! Катя, ты там тут такое тут пропустила. А ну загляни. Загляни и упади. Просто упади. Я сейчас людям покажу, подожди. Все смотрите на меня. Я сейчас заныриваю просто в море под осиновиком. Смотрите далее. Не знаю, у меня уже дух перехватило. Я просто умираю. Я просто умираю. Иди сюда, Кать. Да я видела. Да иди сюда. Да не хочу. Вот она, белая зависть. Или даже черная. Там Было. Еще два. Опустошили нашу корзинку. Дабы набрать ее опять. Сейчас посмотрим, как нам это удастся сделать. Вот уже показалось болотце. С той стороны лазят наши конкуренты. Вот мы стали такое махонькое болотце обходить с Катюшей и встретились в этом месте, где нас порадовал своим присутствием такой красивый, такой большой подосин. Смотрите, друзья, какой офигенный. Ты нашла даже два? Тогда мы идем к вам. Пока Дима нашел большой, я нашла два маленьких. Вот один, а вон второй. А, три! Вон еще один. Смотрите. Там тоже кто-то кричит от счастья. Подождите, что я вам не могу показать. А вот, видите, вон. Так. Один. Давай я тебе помогу. Вон там он, видишь, вон. Ой. Этот какой-то странный. Почему? Посмотрите. О. 14-й. Что-то он. Как цветочек. Ну ничего. Для коли. Ты чуешь, как людина разрывается там? Подожди, там же еще забыли. Одненький. Ну-ка. Опа. Угу. Ух, посмотри туда. Ты видишь? Ты, да. Офигеть, какой здоровый. Смотрите, в этой зелени. Ух. Ё-моё. Видно? Видно. Смотрите, какой. Модель. Модель. Длинноногая. Клаудия Шифер. А какая королевская шляпа. Угу. Прелесть. Сейчас я чепчик сниму. Пупеночек торчит. Возьмем. О, боже мой. Матрешечку. Ну что? Помните, Дима вот тут нашел огромный гриб. Но. Дима тут прошел и не увидел. А вот ты не увидел? Что это такое? Красота какая. Вы посмотрите только. Бежал. Да вот тоже. И не заметил. В погоне за счастьем. А вот смотри какой. Смотри, что это такое. Да тоже такой же, наверное, пусть растет. Такой на вилку не наколешь. Угу. А ну вот этот моллюск. Моллюск. Он прям как шарик. Угу. Пузатенький. Так, это надо после тебя пересматривать. Конечно, надо. Нету тут ничего ли. А я нашла. А, нашла? Нашла. Нет, ты проходи, проходи. А я нашла. Ага. Манюню. На. Ох. Здесь вообще такое уютное место для грибочков.
и для грибничков. Вот, смотрите, кого я увидела. Что-то, я не пойму, как такое может быть, что с ним случилось. Какой-то он странный. Ну ничего, возьмем такой. Что, смотри, смотри, что я нашел. Чего я буду стоять? У меня коленки подкашиваются уже. Смотри. На, вот этого моего. Сейчас, подожди-ка. На, я пойду посмотрю. Что с ним? Так, ну-ка. Не сильно ли он старый? Ну как его размеры меня смущают. Ну-ка. Я, конечно, люблю зрелых. Да вроде ничего. Жарить можно. Не знаю. Возьмем пока. Потом выкинем. А вот с этого болотца когда-то внезапно поднялась утка. И я чуть не наклал у штаны. Катюша там нашла что-то. Посмотри, кустики, кустики, кустики. И оп. Какая прелесть. Ну. Оп. Вот такой. Ой. Грибок. О, какой белый. Тюш, да что ж такое, нагибайся. Я не грибы ищу, а на тебя отвлекаюсь. Катя, ё-моё, шо это такое большое? Подост тут что ли вырос? Тут вот дуб, точно, подост. Класс, да свежий какой. Ой. Крепкий. Вот это класс. А я тут, Кать, тоже нашел. Смотрите. Какие прикольные. Ой, вот какой. Прям букет. Интересный экземплярчик. Тут их даже два. Вот это да, смотрите. Ой, как оно. Так. Ой. Один. О, ух ты какой. Смотрите, как оно. Прикольно. А тут что-то. А, это коряга какая-то. Вот. Красотень. Ну что там у тебя, Катюш? Я тоже. Опять мелочевку. Ух ты! Неплохие экземплярчики. Конечно. Даже. Угу, угу. Что, уже вторая корзинка наполняется? Угу. Куда теперь? Куда? Дальше. Идем дальше, Катюш. Там дальше еще жирнее места. В прошлый раз именно здесь же мы нашли. Но не таких красивых, наверное.
Вот один. А вот еще один. Видишь, Кать? Один. Я не вижу. Два. Три. Катя, что? Там такой бык. Ё-моё. Ох ты. Один. Ай, слушай, набрели на целую полянку под ботом. Ты этого видела? Нет. Вот. Нет, этого нет. Какую он толстую. Два. И три. Ё-моё. Ох ты, а это что тут? Ты видела это? Нет. Так этот вообще такой крепкий. О-о-о. Богатырь. Ну-ка иди сюда. Ух ты. Хорош. Смотри, Кать. Пока Дима там обрезает. Вот такой экземплярчик попался. Ого, у него нога. У него что, нога лучше, чем у меня? Что за вздохи? Дима. Класс. Пока Катюша там восхищается чьими-то ногами, я буду восхищаться тоже чьими-то ногами. Ой. Ух ты! Это просто шикарные грибочки, да, Кать? Капец. Нам так повезло сегодня. Угу. Ну, класс вообще. Я еще по пути к тебе нашла еще один. Ну ты вообще. Смотри. Молодец. Кинь, я тут кручусь на одном местечке. Угу. И вижу, и вижу. Представляете? Угу. Я восхищен, как в детстве. Каждому грибку восторгаюсь. Так. Опа, опа. Вонюнечка какая. А вон там еще один. Коли я бачу, як ти сідаєш, малыш, ти мене хвилюєш. Это плохой гриб потрогала. Это страшно? Какой, покажи. Вон. Он неплохой. Это похоже на валуй. Все? Нет, дальше идем. Куда? Туда. Там еще жирнее места. Вот болотные кочечки. И среди них торчочечки. Вот я могу провести так быстро камеру, и вы скажете, ты пропустил еще. А я вам скажу, нет, это нечто мне незнакомое. Какой красивый красноголовичек. С белыми крапинками. Вчера смотрел видео, из них делают прекрасный крем. Да, разравнивает морщины, прыщи убирает. Ну, в общем, вообще. Смотри, он какой. Суперский. Какой? Большой. Ну что, ты полезешь? Нет. А ну тогда держи, Катю. Сокровищницу. Ой, какой прикольный. Сейчас. Попытаемся его достать. Он? Да. Ну не знаю. В принципе, да. В принципе, живой. Как считаешь?
Я думаю, нормально. Ну, я да. такую сюда брал. Нормальная вроде. Да и это вон, смотри, много хорошая. Просто положи его так, чтобы его молодняк не обижал. Катя! Что я вижу, а? Прям на твоем пути, а я увидел их впервей. А что они такие желтые? Да это не они. Это вообще какие-то лжеопята. Смотри. Ух ты. Один он выгнулся как. Белый своим подшляпием наружу сигнализирует мне. Дима, иди сюда, забери меня. Ладно, я тут иду, он бежит. Ты идешь, а я нахожу. Да. Я нашла, вон, смотри. Смотри, что зато я заметил. А вот смотри. На всю сковороду. Ты видишь? Шляпень. Ну бери его давай. Что бы ты без меня делал? Собирал бы тут за двоих. Катя, где нож? У тебя. Немо. Все? А, у меня. Фух. Напугала уже. Нож-то подарочный. Кстати, друзья, знаете, что ножи дарить можно? А то все говорят, нельзя. Если заплатить за него копеечку. Да? Как можно за подарок заплатить копеечку? Ну ты мне даришь нож, мне приятно, а я тебе копеечку даю, тебе приятно должно быть. Это за соль тоже, так я слышал. А ты знаешь, почему за соль так говорят? Нет, почему? Потому что соль на самом деле раньше была очень редкой. Ценный продукт. Соль, да, соль дороже, чем золото. Я так и думал. Ну, чем золото, вряд ли. Мы и говорили, что соль рассыпается к соли. А. Що, типа, муж буде бити жінку, якщо вона розсипала, да? А жена не може бити мужа, може. Якщо він розсипе. Така, як ти, може. Неправда. Мало б буде. Ти таке говориш? Угу. Ах. Красавелла? Да. Очень хороший. Очень. Дима мне уже тут подсказывает. Какой красивый грибочек. Их тут два. Два. Ух ты! Класс. Я нашел тут еще. Да? Да, сейчас. Прекрасно. Смотрите, какой запрятался. Что это, как? Это подосиновик? Я думаю, это под березой, что же это Ой, он не очень. Не очень? Мне кажется, да. Ну, посмотри. Оставляй, оставляй. Эх. Ох, ох, это просто. Это просто. Посмотрите, только на это. Просто обалдеть, боже мой. Ох. Что такое? Ё-моё. Это поднос моей мечты. На, дарю тебе. Он такой толстый, а? У меня прям тремор в руках.
Какой красавец, а? И один, и второй. И такая форма у них цилиндрическая. Да. Клади его в корзинку. Еще так, и птичка сейчас какая-то поет. Приятно. Ну, это сопровождение. Музыка. Твердая. Мы срежем. Обалдеть. Супер. Обалдеть. А теперь иди сюда. Это я тебя сюда привела. Это просто очередная полянка подосечков. Чистеньких. Класс. Я еще не успела ничего сказать, а Дима смотри, уже побежал. Увесистый какой. Дмитрий Николаевич. Шикарный. Что-то вы мухлюете. Фу, что-то вонючку раздавил. Что-то я переволновался. А нет, где-то клоп попался мне. Ты что, сглазила, Кать? А что, он черивый? Ну, был чуть-чуть. Уже нормалек. Ой, слава. То прям я еще не успела ничего подумать, как ты побежал. Вы это видите? Вы это видите? Катя, я вам чуть не подавил. Ой, я не могу, это просто. Что такое идти спереди, да? И все выгребать. Ё-моё, иди сюда. Смотри, сколько их тут. Смотри, один. Угу. Еще показываю. Смотрите, второй вон, смотрите, маленький. Угу. А вон еще, смотрите. Чья настав на них. Господи. Блин, я его сбил. Вот целая шара. Ну ничего, мы его заберем. Господи, Дима, Дима. Ну хоть побегаешь, хоть спортом позанимаешься. Да я и так уже весь мокрый из-за тебя. Из-за меня? А я тут при чем? Смотри, нервничаешь? Я просто балдею. Это я уже балуюсь, понимаете? Балуюсь. Ну, с жиру бешусь. Куча просто их тут. Смотри, и какие красивые. Мне кажется, что каждый подосик увиденный просто там дарует, наверное, 5 минут жизни. Адреналин вырабатывается в крови. Вот у меня уже даже не болит. Смотри. Моя спина. У меня уже вообще ничего не болит. Я вообще пребываю в прострации. Адреналин хороший гормон. Это, я не знаю, эндорфин, адреналин. Что там еще? Что там? Да тут червяки тоже радовались. О, все. Угу. Класс. Шикардос. Нет, это больше. Вон еще, смотри, снимай. Покажи, как он растет. Ну, этот такой белесенький. Ага. Не успел загореть. Загорит на сковородочке. И такой с пухленьким подшляпием такой. Угу. Симпатичный. Ну да. Вообще класс. Давай осмотримся тут получше. Давай, Катюша. Дима. А? А я нашла. Не мудрено. Я отстал просто от тебя. Ты посмотри, какие красавеллы. Ой, вот еще, смотрите, по пути. Маленький. А ну, давай. Где ты там? Мой так, бегун. Ну... Беги. Так, ну-ка. Смотри, вот тут аккуратно, вот. Сейчас. Аккуратно сделаем. Не вижу. Вон, где телефон, вот. Ага. И вон. Ох ты, вот то вообще. А ну, сейчас, подожди. Это так себе. Начинается уже. Это так себе, да, Катюш? Перебирание. А там вообще супер класс. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Я сразу осматриваюсь, может, еще где. Какие красавцы. Да это вообще сказка.
А? Слов нет. Угу. Идеальная. Просто идеально. Ну-ка, оп. Идеальные, да. Угу. Теперь я понимаю, почему кто-то потерял гриб, потому что у него не вываливались. Он первый приехал, набрал сразу. Ну да, что-то даже, наверное, не дошел. Да, и они у него выпадали уже. Угу. Да? Угу. На этом месте болото уже закругляется, и мы как бы уже идем, возвращаемся. Вот. Вообще, я всегда слышал, что по северную сторону, если идти, то больше грибов. Северная сторона болота почему-то больше. Ну, здесь как-то одинаково. А мне тут попался, Катюша. И причем такой необычный. А знаете, чем необычный? А он конопатенький. Конопушках вон. О, я нашла. Какой? Эх. Ой, ой, вон еще, смотрите, я нагнулась и увидела. Еще один. Ой. А ну-ка. Сейчас. Ой. Вот он. Ой. Ой-ой-ой, папа, ты там набегала? Угу. Я тут набегал. Картошка такая. Длинненького. Вот. Вот такие. Ой-ой-ой, Катя, ты там надыбала, и я тут надыбал торчачка такого длинненького. Ой, какой длинненький. Трава лезет в объектив, не дает заценить. Катюшенька не перестает меня радовать тем, что пропускает прекрасные грибочки. Что скажешь, Кать? Ё-моё! Катя, ты там тут такое тут пропустила! А ну загляни! Загляни и упади! Просто упади! Я сейчас людям покажу, подожди. Так, ну это такое, это цветочки. Вот это! Смотрите далее. Не знаю, у меня уже дух перехватило. Я просто умираю. Я просто умираю. Иди сюда, Кать. Да я видела. Да иди сюда. Да не хочу. Вот она, белая зависть. Или даже черная. Там еще два. Да я шучу, конечно, Кать. Иди просто поснимай. Иди с этой стороны. Подойди, пожалуйста. Так. Все смотрите на меня. Я сейчас заныриваю просто в море под осиновиков. Так, сейчас. Только главное тут глаз не оставить на ветке. Ой. Это просто море, море. Ты даже не представляешь, сколько их тут. Тебе не видно все, а мне видно. Пять. Каких пять? А сколько? Да. Считаем. Считаем. А, вон там еще. Ой-ой-ой-ой, Катя. Ой-ой-ой, я сюда буду на кочечку складывать. Ага. А ты смотри, не упади. Угу. Вот один. Так. Угу. Я даже буду считать детей. Два. Так. Три. Вот это им тут нравится расти, да? Угу. Четыре. Смотри. Пять. Вот это красавелла. Я прям рвать его страшно. Сколько?
чтоб контент. Сколько? 5. Разве? По-моему, а сколько? 6. Смотри дальше. Я не помню уже. Я растерялась. Да пусть будет 7, да? Угу. Пусть будет. Пусть будет. Смотри дальше. И вот еще 8, не трогай. Так, это 9, да? Смотри, зайчик. 9, да? Угу. Смотри, зайчик. 10. Сейчас. Главное не упасть, у меня уже ноги не держат. Вон 11, сейчас вижу, сейчас. Сейчас, сейчас. Ты меня снимаешь? Сейчас, подожди, чтобы же ничего не раздавить ненароком. Бо я себе этого не прощу. Тут же... Сейчас. Вот этот тоже такой красивый. Сколько там? 11. А не 12, не? Я не знаю, Дима, ты меня так спрашиваешь, я... Я не знаю уже. Я просто чисел больше не знаю. Море. Сейчас, ждите. Сейчас я корзиночку принесу. Которую уже не влезут. 100%. Ой, блин. Ой. Еле тяну. Не знаю, будем как-то вмещать. Ногой сейчас буду трамбовать. На, еще моих 3. Ой, Кать. Давай. Тоже такие толстоногенькие. Угу. Ты понимаешь? Сумасшествие. Какое-то, да? Подосиновичное. Да. Как поперли. А мы... Считай. Да я уже сбился. А, ну все, ладно. Что считать? Сейчас покажем результат. Ну, в общем, что я могу сказать, друзья? Мы не зря приехали. Сегодня. Так, ну что, дорогие мои друзья, закончилась наша грибалочка. Не потому, что мы вымучились, как в прошлые разы, а потому, что нам уже складывать некуда. Посмотрите на это, на эту прелесть. Грибное богатство. Да. Сегодня мы оторвались по полной, да, Катюш? Мы очень рады, что вы с нами провели эту грибалочку. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите новых видосиков. Они скоро будут. Как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но я все-таки расскажу, мы скоро поедем в этот волшебный лес, где мы были весной. В мае, да? Как только там, да, пойдут грибы. Так может они там уже пошли, как только у нас время появится. Но, надеюсь, это будет очень скоро. Не забывайте писать комментарии, мы каждый комментарий ваш читаем. Может, не на каждый я успеваю отвечать, но каждый просматриваю, читаю и радуюсь, и хвастаюсь Катюшке. До новых встреч, пока. Пока.